Всем привет, мои дорогие! Вы на канале Cooking Brunch, я его ведущая Ирина. И сегодня на моей кухне я предлагаю приготовить красивую фруктовую нарезку. Такую нарезку можно подать на любой праздник, на день рождения. Готовится она на самом деле не так уж и сложно. Главное знать некоторые навыки, в которых я и хочу поделиться в своем видео. Для первого варианта нарезки берем ананас и разрезаем вдоль на 4 части. С каждой четвертинки срезаем дно и вот этот вот грубый стержень. Отрезаем так, чтобы хвостик остался. И теперь подрезаем мякоть возле кожуры. И разрезаем на пластиночки примерно по 0,5 сантиметра. И аккуратненько раздвигаем мякоть ананаса влево-вправо. И выкладываем на блюдо, либо на плато. Апельсин нарежем полукружочками. Киви очищаем кожуру. Киви разрежем пополам и нарежем на дольки. По несколько штучек киви выложим на апельсин. Мандарин почистим. Разделим на дольки, но не до конца. Из мандарина мы сделаем красивую лилию. И украсим серединку. Второй вариант нарезки будет у нас для тех, кто соскучился за летом, за морем, за пальмами. Берем два банана, нарезаем кружочками и перекладываем на тарелку. Киви чистим. И нарежем дольками. Из киви выложим веточки пальмы, листики. Мандарин очищаем. Разделяем на дольки. Убираем вот эти вот беленькие пленочки, они нам не нужны. И из долек мандарина выкладываем песок. Для третьей фруктовой нарезки берем яблочко, разрезаем его пополам. Вычищаем хвостик и сердцевину.
и нарезаем пластиночками примерно по 3 мм. Центр яблочка выдвигаем вперед, а края сдвигаем равномерно назад. И аккуратно перекладываем на блюдо. Апельсин нарежем дольками. Апельсинчик выкладываем по бокам. Гранат почистим. И вот такие очищенные кусочки граната выложим по центру. Третий вариант красивой нарезки готов. Как видите, совсем не сложно приготовить такую вот красоту. А гости ваши по достоинству оценят на праздничном столе такую фруктовую нарезку. Если вам понравилось видео, поделитесь им с друзьями, ставьте лайки. А чтобы не пропускать новинки на моем канале, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик. А я с вами прощаюсь, до новых вкусных рецептов. Всем пока-пока!